Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня полный трэш. У нас АЭС-сервер, и наконец-то я добрался до топовых противников АЭСа. Топ-3 аккаунт Сереги находится. Он в гильдии Асгард Рус. Кто играет на АЭС, кидайте заявочки, вступайте. Топовая гильдия. Топ-10, ну, одно место есть, плюс-минус они меняются. То есть 70... Где-то 5 мест есть, поэтому кто играет на iOS с донатом, кидайте заявочки, вступайте, телеги на экране. А у нас сегодня топовая битва гильдий. Я, конечно, героев его всех не знаю, но будем сейчас изучать с вами и пробовать ими проходить. Против нас сегодня Коа. Здесь, по-моему, два топа. Так, тут ничего нету интересного, тут ничего нету интересного. Тут вообще ничего нету интересного. В общем, поехали. Так, у нас пятик здесь, да? Ух ты, какие дырочные. О, да. Вот это дырочки, конечно. Без воодушки еще причем. Жесть. Странный топ. Ну, они надеются на то, что они, в принципе, силой берут. То есть тут можно и не выставлять деф. Разницу, я думаю, вы видите в силе. Так, отчет. Ну, смотрите, 18-300. Дьют набрал. Да, это вам здесь все от миллиона. Вот 30 человек прошло, 400к. Тут 40 человек. Ну, не все, конечно, попытки 400к. Тут 400к, интересно, сколько. Тоже. Ну, в общем, вот так вот. То есть разницу вы видите в силе. То есть тут сила уже больше решает. Окей. Такс. Поехали, поехали, поехали. Давайте начнем. Будем по старинке проходить. Я не знаю, есть ли смысл сюда Минотавра лепить. А может и попробуем шатануть Миносиком. Правда, он здесь у него... Печально, печально, маскировка. Не хочу я таким Минотавром бегать с маской. Давайте посмотрим. Так, Рейка. Маскировка вот такой вот сборочки победной. Ну, в принципе, хороший вариант. Поставим сюда. Давайте. Так, для уверенности мы начнем с нее. Будем ею трешевать. Кролика. Вот сюда поставим кролика. Дальше возьмем Зефира, маска. Недомогание. Ну, ПВПшный зефир. Не знаю. Или нас не ушатает, но в общем посмотрим. Так, сюда мы поставим. Вот так вот. Минотавр. Ну, Минотавра я, наверное, брать не буду. Минотавр это самый последний вариант. Так, для постраховочки. Какую возьмем сетнушку? Возьмем такую вот. Рудольфика. Так, сюда мы кинем Ронина. Я правда не знаю, что у него тут вообще есть по героям. Сейчас будем искать. Так, вот Ронин. На Ронина мы закинем вот так вот. Так. Для добивалки возьмем такого вот Дрейка. Ну, мало ли. Все бывает. Для того, чтобы пройти на чужом аккаунте, надо изначально знать героя. То есть будем по чуть-чуть изучать. Ну, надеюсь, ушатаем. Так, и возьмем такого вот Огника. Придачу. В принципе... Где-то добить надо будет с края. В общем, такой вот состав. Поехали. Уже как они проходят?
Так, ну давайте начнем с самого конца. Ну капец, тут, конечно, жесть полная творится. Давайте стартанем, попробуем с Фрейки. Так, тотем, понятно. Так, Фрэнк против Фрей. Интересно. Ну, неплохой Фрэнк, я вам скажу. Смотрите, ушатал. Хватает. Интересно, если мы возьмем вместо Дрейка. Сейчас я поищу, есть ли у него Атлант. Хочу посмотреть. Вместо Овника даже. Посмотреть, как Атлант будет. Будет ли он сливаться или нет. Правда, надо, чтобы Атлант еще включился. Поиски Атланта. Можно было бы и Феникса взять, расфиячить сразу же полбазы. Так, не понял. Он, наверное, где-то в башенке. Или в тотеме. Скорее всего, что в тотеме. Так, тут у нас хрон. Не понял. Так, ищем еще разок Атланта. Да ладно, вроде же был Атлант, или нету? Эх, Атлантик сейчас бы красиво зашел тут. Блин, я, наверное, слепой, не вижу я Атланта. Обидно. Короче, задача будет на следующую бога вкачать. Домашнее задание. Так, окей, ладно, поехали. Поехали, будем пробовать. Конечно, с чарками. Ну, попытка не пытка. Шанслива, как обычно, ребят. Ставим лайки. Так, пробуем. Пробуем. Давайте попробуем Роньку запустить. Ой-ой-ой. Подождите, я не готов. Я что-то я тупанул. Сейчас бы я тут с Леди Лео ему нормально натащил. Неудобно, конечно, с телефона проходить. Ну. Так, я поставлю Феникса. На таких базах Фен вообще будет тащить, где есть дырки. Странно, что они там у них есть. Какие тут Фениксы есть. Ожива. В принципе, можно и с оживой вот такого вот попробовать поюзать. Такс. Все, собрались. Поехали. О, не буду говорить, что ассоциируется с этим словом. Такс. Где тут у него дырки? Ну, самое ближайшее вот здесь, да? Попробуем. Так, минус нули мы 47% базы, ребят, сразу же причем. Неплохо. Юнитов тоже, кстати, нормально подобрали. Выпускаем Ронина. Так, Феникса у нас уже ушатали. Самое главное добрать юнитов. 68%. Неплохо, неплохо. Шанслива, ребятушки, как обычно. Пробуем так. И пускаем Зефира. Так, там фен у нас стоит и пробуем Дрейка. Ну, 100%. Как-то вот так-то. Поехали дальше. Такс, топ номер 4.
Тут у нас дырочек, я смотрю, уже таких нету. Будем пробовать забежать через стрелка. Через стрелка удобно ронькой забегать. Тут у нас нету Фрэнка. Вот так вот. Выкидываем еще и Фрея в догонку. Ух ты, как Фрея проседает. Неплохо. Фрея, конечно, просела хорошо. Так, возле ворожая с этой стороны попробуем закинуть фена. Вот так вот. 54%. Так, от фобы с этой стороны попробуем. Но видите, я юнитами не спамлю. Надо спамить побольше юнитами. Тогда будет все на изи. Можно еще Дрейка вот так вот кинуть в догоночку. Все. Просто налегке проходятся эти топы. Как-то странно очень. Странные у них дефы. Я не знаю, что у них дырки в растах. Такс. Зефир. Анубис. Ну, попробуем через Анубиса побежать. Там ворожай. Попробуем сюда. Плюс можно сразу же даже фрейку кинуть. Двоих запустим сразу. Фрея улетает. Видите, Фрея без уклонения, конечно. Вальс работает только с уклоном, поэтому это бессмысленно было ее, конечно, ставить. Ну, пробуем. Так, с этой стороны, думаю, запустим фена. Вот у вас уже у нас есть, как видите. А тут запустим зефира. 91%. Добили этих, выпустили Дрейка, и все, просто налегке. Третий топ скоа просто слег. Даже толком там не умудрялись, не замудрялись. Так, что тут у нас? Дьют. Дьют, Хьют, Крют. Как там его еще назвать? Попробуем через ворожая запустить фена. Запустили фена через ворожая. Так. Неплохо. Значит, пробуем сюда через огника запустить нашу вороньку. Пусть подобьет немножко юнитов. Нам самое главное подбить немножко юнитов в данной ситуации. Даже не немножко, а хорошенько их подбить, чтобы Дрейк мог потом налегке ушатать. Так, выпускаем отсюда Зефира, он добивает. Пускаем Дрейка, 91%. 100%. Вообще как-то легко ложатся они, я не знаю. Я надеюсь, топ-1 сервера будет посложнее. Посмотрим. А что у нас по очкам получается? 15-189. Если мы его убиваем, 18-189. 19к, ребят. 19к сейчас будет у нас. Офигеть. Даже больше моего рекорда. Такс. Смотрим, что у нас здесь. Пробуем. Поехали, пробуем. Пробуем со стороны, где у нас. У нас башня в самом центре спрятана. Одержимый на дефе? Да ладно. Что-то печаль, вообще печальный у них топ. Что это такое? Я не знаю, что это он понаставлял себе на деф, но это
Это вообще, честно говоря, печально. Ну, может, есть какой-то секрет? Сейчас посмотрим. Может, я чего-то не знаю. Хорош. Шанс слива вообще жесткий, ребятушки. Смотрите, без зефира, без ничего. Вот так вот. Не знаю. Честно скажу, не знаю, что это за деф был, но он реально какой-то печальный. Итог, ребят, 19-0-56. Новый рекорд на битве гильдий, я не знаю, новый рекорд в мире, наверное. Я не знаю, где есть еще топы, такие гильдии, чтобы было столько силы. На английском сервере тоже нету таких противников. В общем, вот как-то так. Вот как-то так, ребятушки. Итог 19-0-56. Ну что, Серега, поздравляю. Не слил я тебе попытки, поставили новый рекорд. Кидайте заявочки, вступайте в гильдию Асгард. Еще раз. Контакты на экране. У нас садится телефон. В общем, ставьте лайки, ждите новых видосиков трешечков. Всем удачи. Всем пока.